Дорогие друзья, об этом еще никто не сообщал в новостях. На данный момент эту информацию держат закрытую. Подписывайтесь на наш канал и следите внимательно за нашими новостями. Вчера в 9 часов вечера произошло дерзкое нападение на известного российского актера театра и кино Владимира Яглыча. Сообщается о том, что в Подмосковье, недалеко от его загороднего дома, его избило двое парней, которые приехали на автомобиле марки BMW. Они забрали у него кошелек, в котором находилось 250 тысяч рублей и мобильный телефон. На данный момент Владимир Яглыч находится в больнице избитым в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции занимаются поисками преступников. Сотрудники полиции обещали нам дать информацию, друзья, и уже завтра рано утром на нашем канале выйдет свежий выпуск с подробностями этой трагедии. Подписывайтесь на наш канал и следите за новостями.